Моя королева, теперь в своих покоях ты можешь изменить набор активных способностей. Теперь у нас тут бегают гиблинги. Так, и в принципе есть возможность поболтать. Рой снова набирает силу. А что до тебя, Ворфилд? Мы отвоюем эту планету. Пусть твой император знает, что мы идем к нему. Знаешь, почему я тебя победила? Ты оказалась сильнее меня. Нет. Значит, быстрее. Нет. Не играй со мной, моя королева. Раскрой свой секрет. Поговори с Абатуром в эволюционном отсеке. Он мне расскажет? Он тебя изменит. Иди. Все, пошла меняться. Иша, я везде вижу следы старой королевы клинков. Но я не могу вспомнить, почему я так долго держала войска здесь, на чаре. Ты изучала будущее, готовилась к великой войне. К войне? Объясни. Ты ничего нам не рассказывала. Говорила только, что тебе было видение нашего исчезновения. Ты хотела, чтобы мы сражались до последнего. Я этого не помню. Совершенно. Как ты так можешь? Так. А, собственно говоря, и архив всего, что мы прошли. Зашибись. Это круто. Так. Давайте в эволюционный отсек пойдем. Ах. Такое чувство, будто отсек это ты видоизменился. Расскажи мне, как ты изменил Загару? Вид, мать стаи, уже могла решать сложные проблемы, обучаться, руководить, фокусироваться на нескольких задачах. Повысил плотность мышц, увеличил площадь коры мозга. Может предусматривать многочисленные варианты развития. Гибкое мышление. Возможно, стоит поступать так же со всеми будущими матерями стай. Расширение объема мозга при текущей роли матери стаи не обосновано. Больший объем требует больше энергии. Также увеличивается независимость. Противоречит аксиоме, зерк не должен представлять угрозы для лидера роя. Времена меняются. Я хочу, чтобы мои слуги были как можно опаснее. Что ж у тебя есть? Это был танк осадный. Вот это уже неплохо. Так что беру кислотку. Ну давайте посмотрим, что там. Керриган. Это твои персональные покои. Здесь можно изменить нейронные пути и подготовиться к битве. С ростом силы перед тобой будут открываться новые, более мощные способности. Их набор может быть изменен в любой момент. Вот так. Значит, тут 70 левелов. Ясно, что так быстро нам дали раскачаться. Плюс 2 дамага и 100 урона. Так, здесь пассивки. Вот я думаю, что брать мне. Больше хп и штук дамаг, или вот так вот оставить. Думаю, вот так вот будет нормально. Ладно, давайте оставим вот так как-то. Чтобы добраться до плато Бесстрашие, нам нужно провести рой через костяной ров.
Тираны используют против нас все, что у них есть. Плюс 3 левел, значит, нам дадут за Керриган в доп. Заданиях. Посмотрим, что как уже тут тиранчики быстро обосновались. Теперь пришло время избавиться от них. Недолго же вы тут. Ну, конечно, жаль таких невинных людей, как генерал Уорфилда. Хотя он по большей мере служит Мекс. Поэтому придется избавиться от него. Кстати, как же выступил на телевидении Менгск? Разве забыли о том, о той записи? Или он уже все купил, сказал, это все ложь, и все ему поверили на слово? Не, ну смерть тренера должна поднять множество бунтов, но похоже, все это далеко не так. Да, грузись да быстрее. Я капец как не люблю такое медленное. Так, медленная загрузка означает что-то крупное на карте. И сама карта. Ну, скорее всего, может даже быть долгое. Окей, значит, надо закончить эту миссию, потом начать все это заливать дело. Еще закинуть вам Вегас. Главное, долго слишком не задерживаться на этой миссии. Это кучка мертвых зеркал. Это костяной ров. Единственный подступ к тиранской крепости. Я уже пыталась провести по нему свою стаю, но тираны выпустили против нас крейсеры Горгона. Они открыли по нам огонь. Моя стая редела на глазах, а вместе с ней умирала и надежда отвоевать чар. Кусок. Смотри, это гнезда слепней. Они могут уничтожить крейсер класса Горгона. Их нужно только пробудить. Нам нужно просто прорваться через ров, а не тратить время на крейсеры. Если атака будет неожиданной, мы сможем обойтись малыми жертвами. А если нет, то рой будет истреблен. Тебе нужно научиться видению, Загара. Планируй, анализируй, рассчитывай. Нужно разместить опухоли рядом с гнездами слепней. Тогда они пробудятся от спячки и уничтожат Горгон Уорфилда. И нашей основной задачей будет либо уничтожение, либо дополнительное. Короче, дополнительное, скорее всего, это и будет уничтожение этого Горгона. Генерал Уорфилд задействовал крейсеры Горгона. Первый из них уже на пути к Улью. Какая громадина. Неудивительно, что в ущелье помещается только один такой корабль. Дух ему и не нужно. Мы разместили опухоль возле первого гнезда. Пробудись.
Уничтожь эту горгону. Начало конца, Ворфилд. Гнездо слепней потратило всю свою жизненную силу, чтобы сбить горгону. У нас остались другие. Создай опухоль возле следующего. Быстрее. Let's go. Выкладывай. Генерал Ворфилд задействовал крейсеры Горгона. Первый из них уже на пути к Улью. Какая громадина. Неудивительно, что в ущелье помещается только один такой корабль. Дух ему и не нужно. Мы разместили опухоль возле первого гнезда. Я слушаюсь. Пробудись. Уничтожь эту Горгону. Отлично. Это начало конца, Ворфилд. Гнездо слепней потратило всю свою жизненную силу, чтобы сбить Горгону. У нас остались другие. Создай опухоль возле следующего. Быстрее. Да. Только наверняка попрет еще один. Это мой. Выкладывай. Тебя никто не спрашивал. Я иду. Я сокрушу. В биомассе зергов обнаружена полезная эссенция. Ценные гены. Получить. Сделать королеву клинков более сильной. Покончим с этим. Рой не знает усталость. Я слушаю тебя. Вперед! Да. Не хватает надзирателей. Выкладывай. Где опухоль-то? Выслать еще одну горгону в бой! Тебя никто не спрашивал. Быстрее распространяйся. Рой жаждет крови. Говори скорее. Еще один инкубатор. Убили. Два крейсера уничтожены. Сюда двигаются новые. Распространяй слизь. Что теперь? У нас мало. Выкладывай. Покончим с этим. Тебя никто не спрашивал. Я слушаю тебя. Рой жаждет крови. Слишком уж быстро. Говори скорее. Раздавим их. Я сокрушу любые преграды. Не хватает надзирателей. У нас мало времени. Покончи. Выкладывай. Тебя никто не спрашивал. Что теперь? Да? Рой не знает усталости. Я иду. Я слушаю тебя.
Говори скорее. Так, у нас что? Выкладывай. Пока его видно не было. Рой, не знаю. Что теперь? Эту горгону. У нас мало времени. Вперед! Это мой мир. Я иду. Я сокрушу любым. Рой жаждет крови. Тебя никто не спрашивал. Говори скорее. Покончим с этим. Я слушаю тебя. Рой не знает усталости. Наш вассаль атакованный. Задрали уже. Да. Сбросить десантные капсулы. Я иду. Это мой мир. У нас мало времени. Выкладывай. Рой жаждет крови. Рой не знает усталости. Вперед! Я слушаю тебя. Что ты? Моя королева. Еще несколько отрядов Зергов остаются закопанными среди погибших. Я хочу, чтобы ты была ближе к линии фронта, чтобы порождать опухоли. Понимаю. Чем больше будет опухолей, тем быстрее распространится слизь. Выслать новую горгону! Уничтожить Керриган! Вперед! Сейчас от него ничего не останется. Что теперь? Он двигаться дальше. Я иду. Этот крейсер едва успел взлететь, Ворфилд. Покончим с этим. Это мой. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Тебя никто не спрашивал. Да. Я сокрушу любые преграды. Они пожалеют об этом. О, черт. Сильно что наручно. Теперь? Рой не знает усталости. Потеряли много войск. Любые преграды. Я иду. Говори скорее. Что теперь? Распространяется быстрее. Покончим с этим. У нас мало времени. Вперед! Это мой. Да? Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости. Я слушаю тебя. Я иду. У нас мало времени. Покончим с этим. Тебя никто не спрашивал. Выслать еще один крейсер! Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Вперед! Задрали эти призраки. Рой не знает усталости.
Я сокрушу любые преграды. У нас выкладывай. И еще один. Уорфилд, отдай мне эту планету. Никогда, Керриган! Генерал Уорфилд высылает еще один крейсер. Здесь надо поторопиться. Этот ров полон костей, и все это кости зергов. Совсем скоро и твои будут лежать там же. Уорфилд. Жестоко же ты, брат, слишком. Любые преграды. Что ты, Рой же? Говори скорее. Этому. Наши войска должны избегать боя с Горгоной. Ее может уничтожить только гнездо слепней. Ну, черт, а. Покончим с этим. Вперед! У нас мало времени. Я слушаю тебя. Придется ждать какая-то гребаная горгонище. Они послали ворона для обнаружения опухолей. Уничтожьте его немедленно. Я иду. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Спокойно. Да. Что теперь? Рой не знает усталости. Я иду. Вперед! Это мой мир. Покончим с этим. Враг атакует улей. Улучшение совершено. Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Атакованный. С тобой полностью согласен, но... Покончим с этим. Боюсь, много... Вперед! Два не поделаешь. Это мой мир. Я иду. У нас мало времени. Выкладывай. Наши войска атакованы. Я слушаю. Капец, как зерка поскакала. Атакованы. Покончим с этим. Говори скорее. Все, наконец-то. Это мой мир. Рой не знает усталости. Мы можем строить столько на слизи. Мы потеряли еще один корабль. Ты заплатишь за это, Керриган. Выслать еще одну горгону в бой. Я иду. Говори скорее. Все закончится быстро. Выкладывай. Я слушаю тебя. Рой не знает усталости. Этот мой. Мы столкнулись с противником. Очень приятно. В принципе, еще один инкубатор нам не помешает. Я сокрушу любые преграды. Что теперь?
Задрали. Атакует улей. Наш войск атакованный. Этот мой. У нас мало времени. Я слушаю тебя. Тебя никто не спрашивал. Что теперь? Это мой мир. Даже не предусмотрел защиту. Он жопа. Да. Выкладывай. Я сокрушу. Я иду. Вперед! Надо отправиться вниз. У нас мало времени. Крейсер почти долетел до главного улья. Да, нам срочно нужно еще все. Одно гнездо слепней. Выслать штурмовой отряд к этому гнезду слепней, пока зерги не активировали его. Очередная горгона уничтожена. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Эта планета принадлежит доминиону тиранов. Я не отдам ее. Щит какой-то боевой пес. Еще как отдашь. Это ведь твоя последняя горгона. Конечно. А, ну да. Вперед! Что теперь? У нас мало времени. Покончим с этим. Рой жаждет крови. Да. Я иду. Фу. Тебя никто не спрашивал. Пронесло. Говори скорее. Что теперь? Месторождение. Тебя никто не спрашивал. Месторождение минералов выработано. Выкладывай. Да. Что тут постой, Керриган. Больно опасно это затея. Я сокрушу любые преграды. Я слушаю тебя. Что теперь? Рой жаждет крови. Месторождение минералов выработано. Это мой мир. Покончим с этим. Месторождение минералов выработано. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Это твою налево. Это обязательно так. Мы можем строить сколько насилий. Все. Последняя есть. Наши войска. Ну что скажешь, Ворфинг? Отступить! Повторяю! Всем войскам Доминиона, находящимся в костяном рву, срочно отступить! Мы потеряли ущелье! Керриган, это Ворфилд. Я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что сказать тебе.
Приводи сюда весь свой рой. Приводи всех, кто у тебя есть. Тогда мне не придется разыскивать оставшихся, когда мы уничтожим тебя. Увидимся на плато Бесстрашия, старик. Вот как-то так. Что это значит, Cut of the Swarm? Ай, даже не знаю, откуда... Где эти три станции наблюдения были. Я даже забыл эти образцы взять, чтобы его повысить. Совсем забыл про них. Мы могли бы получить лейбл. Тут только один лейбл получил. Что, по первой очередь выходил, что? Я чувствую, что ненависть моей королевы пылает подобно солнцу. Но есть и кое-что еще. То, что я не могу понять. Это боль, Иша. Иногда даже ненависть не может затмить мои воспоминания. О враге, который победил тебя? Нет. О лучших временах. О друге, которого я потеряла. Фига ты повис. Отвисай! А вот. Как-то так, что ж. Пора бы отдохнуть немного. А то я так буду долго тупить. Что ж, на этом пока закончим. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.